нас отключили свет, и со всех сторон начали гудеть генераторы. Тут у нас рядом парикмахерская гудит, здесь детский клуб гудит, все гудит. Ну, нас отключают на 2 часа. Это сегодня у нас ночью отключали, утром, это уже третий раз отключили свет. Главное, что свет будет через 2 часа, а сейчас все равно светло, он и не нужен. Наблюдательный пункт. Что, ты проснулась от того, что там что-то шумит? Моя девочка, моя ласточка, отдыхай. Солнышко, видишь, тебе сейчас не светит, тебе хорошо. На меня будешь прыгать? На меня будешь прыгать? Так, потягушки, 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 потягушечки, мои ласточки. Так, твоя, ой, подушка уже почти сухая. А я тем временем занимаюсь, как вы думаете, чем? Конечно, вязанием. Я уже сюда переместилась, да? Ну, хорошо. Ой, у нас там вчера такое было. Я уже третий раз заливаю видео, никак не могу его выставить. Все, музыка не понравилась Ютубу. Дело все в том, что когда все началось, а я смотрела что-то там в телефоне, я смотрела, и у меня были наушники. Я пришла и наушники не вытащила, начала делать съемки, и получилось почему-то у меня без звука. Но без звука видео не поставишь. Думаю, поставлю какую-нибудь музычку. Поставила раз, не такая. Поставила, уже загрузила, чтобы подходила к Ютубу. Тоже не такая. Сейчас уже с фанатеки Ютуба взяла музыку. Ну, вроде бы как написали, все в порядке. Так что выставлю вам наш ураган. Ну, наверное, сначала будет ураган, а потом уже это видео получится. А может быть, наоборот, не знаю. В общем, смотрите. Что такое? Что? Не надо царапать меня, не надо. Сейчас вам покажу свое вязание. Это у меня из футболок нитки и будет корзинка. Ну, это, конечно, мне тут Яна помогала. Ну, а дальше буду я уже вязать. Ну, а это моя... Так, подожди, Дэви, подожди. Ты сейчас все тут мне нарушишь. Это моя вот кофточка. Уже вот, вот столько я связала. Это вот рукавчик будет. Уже скоро вот так вот заканчиваю. Этот рукавчик еще на ниточке. Вот такая вот у меня. Сижу теперь на свежем воздухе практически. Ой, боже, ой, боже, ой, боже. Ой, божечки, божечки, божечки. Куда мы лезем? Куда мы лезем? Тимая лопатусечка. Светло, хорошо. Я тут себе занимаюсь. Такие у нас... дела. Да? Да? Рассказать про тебя, что ты сделала, или не надо? Не надо говорить про тебя, да? Не надо? Ты хорошая девочка. Ну, не буду говорить, не буду, не буду. Снимаю видео уже на следующий день. У нас сегодня с 6 утра нет света. Сейчас уже 12:30. В общем... работают генераторы, как вы слышите, на улице жарко. Но единственное, что, конечно, не могу ничего загрузить, никаких видео. Ну, может быть, когда дадут свет. Обещали нам так, 2 часа свет, 6 часов нет. Но уже больше 6 часов у нас нет света. Поэтому, как будут выходить видео, пока не знаю. Как только появится свет, а значит, появится интернет, буду стараться что-то вам загружать, показывать. Кстати, видео, которое я снимала о нашем здесь шторме и дожде, наконец-то у меня оно загрузилось, все хорошо, но я его не могу еще выставить. Может быть, появится свет, и я его, конечно же, выставлю. В общем, такая у нас история не очень приятная. Ну, а что делать? По-другому у нас пока не получается. Как-то так. Народ весь ходит, не знает, куда себя деть. Куда себя деть?
Так наша девочка тоже не знает, куда себя деть, да? Вот что делать, куда пойти, куда податься, да, моя солнышко? Вот. Нет, на меня прыгать не надо. Ты давай позируй. Ты умеешь позировать? Вот позируй. А? Как? Какая-то лень. Хотела окна сегодня помыть. Ну, лень. Вот лень и все. Кстати, я связала первый раз в жизни. Крючком вязала. Сейчас я вам покажу, что там я навязала. Такую вот корзинку. Вот так, наверное, лучше будет видно. Такую корзинку. Но я ее не закончила. Тут нужно еще закончить эту веревочку. Ну, я подожду. Она мне уже покажет, как правильно. Ну, в общем, вот такая корзинка. Это для моих клубочков. Вот так, может, лучше. Вот для моих клубочков. Ну, конечно же, первый раз, не судите строго, где-то что-то, может, там затянуло, где-то перетянуло. Но она же еще не стиранная, не моченая. В общем, постираю, может быть, будет получше. Ну, в общем, вот такая у меня корзинка получилась. Это все из БУ футболки. И пошла-поехала. Ну, в общем, как-то так. Так что не теряла время, совсем не теряла время. Решила, что раз нет света, значит, пока светло на улице, можно этим и заняться. Ну, и куда я, туда и ты, да, Дэви? Смотрите, смотрите. Дери, дери. Да, это можно драть. Это можно драть. Нет, здесь не надо. Здесь не надо, моя лапочка, здесь не надо. Не надо, моя хорошая девочка. В общем, такая вот у меня работа получилась. Но опять-таки, первый раз в жизни. Так, ну что, вот мы залезли. Залезли на стол. Что дальше? Что дальше? Куда дальше? Куда? На меня прыгать? Ну, идем. Давай, прыгай. Давай. Вот так. Вот так, вот так, моя лапочка. Ой, так, ой, ты моя хорошая. Гуляем, мы гуляем. Мы гуляем. Что там такое? Что? Что, мои ласточки? Высохла твоя уже подушечка, да? Высохла. Какие мои ляпуськи. Ну, в общем, ждем, ждем, когда включат свет. Ну, что-то надежда. Надежда умирает последней. Ну, ждем, ждем и никак не дождемся. Со всех сторон гудят эти моторчики. Тут сейчас отключили, так уже воняло этим бензином, но отключили хорошо. Но с той стороны, там у нас парикмахерская, там, конечно, еще гудит. Все на улицу вышли. Ну, а что сидеть? В общем, достал Славик наше устройство, чтобы хоть как-то зарядиться. Вот такая вот у нас провод провел. И подключил холодильник, потому что уже получается 8 часов. Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, 8 часов уже нет света. Ну, как-то выживаем, конечно. Самое главное, чтобы не потек холодильник. Вот такие у нас тут приспособления. Слайд, осторожно, провод. Ну, вот так вот и ходим. Когда включат, непонятно. Но, во всяком случае, вот, телефон подзаряжаем. Холодильник подзаряжаем. Фонарь подзаряжаем. В общем, как-то так и живем.